6 июня стартовал проект Ассамблеи народа Казахстана «Летний лагерь АНК «Кидс». Дети знакомились с обычаями других народов, пробовали национальные угощения, принимали участие в викторинах и спортивных играх. В данном лагере принимают участие дети из числа активистов этнокультурных объединений. Данный проект является пилотным и был реализован впервые в Доме дружбы. Всего в рамках нашего проекта, лагеря, принимали участие 15 детей. Мальчишки и девчонки с 6 до 10 лет смогли окунуться в культуру разных этносов. Выучили несколько фраз, примерили национальные костюмы, узнали особенности других стран. Мероприятия, которые были направлены на сохранение, укрепление культуры своих этносов, чтобы рассказать детям о многообразии этносов Казахстана. Так были проведены квесты, мастер-классы по изготовлению декоративно-прикладных изделий, а также танцевальные флешмобы. Юра Боев в лагере принимает участие впервые. Больше всего ему понравились активные игры вместе с друзьями. Мы ходили в гости к разным национальностям, к татарам, казахам, к армянам. Мы играли, мы проводили эстафеты. Гуляли, бегали, прыгали. Мне понравилось. По итогам этого года решено организовать такие лагеря на постоянной основе и привлекать больше детей. Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК.